То есть это вы говорите таким образом, как бы замаскированно говорите, что не надо бомбить пока администрацию президента. Надо бомбить те места, где действительно находится центр принятия решений. Ну, то есть, а где находится Зеленский? А? Зеленского надо бомбить? Если Зеленский, если Зеленский погибнет во время этой бомбежки? Туда ему дорогу. Но тогда не с кем будет разговаривать? А я уже сказал, разговаривать там не с кем.